Гданцівка – один з найстаріших районів Кривого Рогу. Це мальовничий куточок, де схили річки Інгулець, наче вкриті зеленою ковдрою з намальованими дахами будиночків. Але мало хто знає, що квіти і трава ростуть на людських кістках. Ми знаходимося на території меморіалу «Шталах 338», який був відкритий в 1990 році на місці бувшого німецького шталага, де були наші пересильні воєнноплені в 1942-1943 році. Він називався «Пересильним», але тут загинуло чимало наших співвітчизників. Десятки тисяч пережили муки за колючим дротом під дулами фашистських автоматів. Здесь было много севастопольских моряков, здесь было много воинов-летчиков, которые считались элитой наших советских войск. Рацион военнопленных был таким образом составлен, что за месяц-полтора нормальный здоровый человек погибал. Каждый день 120-150 человек умирали от голода и от неимоверно страшных условий, в которых они находились. Однак полонені не втрачали сили духу і постійно робили спроби втекти із табору. Допомагали їм і місцеві селяни. Жінки, як могли, підгодовували солдатів. Один слюсар-сантехнік втерся в довіру до охорони і за час існування шталагу вивів з його проклятих воріт більше 200 бранців. Мы горды тем, что мы рядом с этим мемориалом находимся, потому что наши ребята, закреплена наша школа за этим именно памятником, за этим мемориалом. Здесь проходят у нас различные наши мероприятия, это митинги, реквиемы. Мы, когда День узников проходит, и к 9 мая, и встречи с ветеранами. Дети, несмотря на то, что живут уже в 21 веке, но память о том, что было, они должны все-таки иметь. Наша школа открыла свои двери в 1938 году, за три года до начала Великой Отечественной войны. Вначале было открыто 7 классов. Классы были небольшие, по 20 человек в каждом классе. В основном в школе учились дети военнослужащих из военного городка номер 1 и дети жителей поселка Кирпичный. Я закончила школу 5 лет назад. Ну, часто выпускники наши говорят, что хочется вернуться в школьные годы. Ну, мне повезло. Я немного в другом статусе, в статусе учительницы вернулась в эту школу. Безусловно, я чувствую гордость по сравнению, допустим, с лицеями и гимназиями, которые основаны, ну, вот совсем недавно, там, 10 лет прошло, что наша школа имеет, ну, скажем, такой долгий и сложный путь. Я очень люблю свою школу за то, что мы активно принимаем участие в городских проектах, во всеукраинских флешмобах. Мы чтим память великих поэтов, память военных. Наша школа наравне с остальными гимназиями и лицеями принимает активное участие в конкурсах городского и районного масштаба. 30 років тому Ольга Олександрівна закінчила школу номер 29 і тепер працює тут вчителькою. Вважає її другою домівкою, адже кілька поколінь її родини здобували знання на лавах саме цього навчального закладу. У нас сейчас атмосфера такая семейная, дружественная, детей меньше, мы друг друга знаем, все друг друга любим, каждого из учеников мы знаем по имени. И не только этого ученика, но и еще его родителей, бабушек и дедушек, потому что все мы долгое время живем на этом микрорайоне и многих людей знаем многие годы уже. До початку вітчизняної війни школа встигла виростити 3 випуски 7 класів. Більшість учнів пішли на фронт добровольцями. Когда фашисты оккупировали город Кривой Рог в августе 1941 года, здесь на территории нашего поселка была размещена большая группировка немецко-фашистских захватчиков. На территории военного городка были размещены казармы, там, где находились фашисты, а именно в здании нашей школы на втором этаже гитлеровцы разместили свой штаб. Отец мне рассказывал, что эта школа была, как сказать, вот сейчас сделали ремонт, тут все так красиво, раньше тут было все по-другому. Во время войны была конюшня в нашей школе на первом этаже. Більшість класних кімнат німці просто зруйнували, а шкільний підвал використовували як приміщення для катувань. Саме на цьому шкільному спортивному полі, де зараз діти займаються фізкультурою, фашисти розстріляли першого директора школи Філіна Якова Ілліча.
Это был выходец из крестьянской семьи, который родился в Брянской губернии. В 1934 году он поступил на физико-математический факультет нашего Криворожского пединститута, по окончании которого был направлен на работу в нашу школу. Во время Великой Отечественной войны этот человек стал во главе подпольщиков. Мабуть, дух війни і дух героїзму вже ніколи не залишить цих стін. Два роки тому список героїв, чиє минуле пов'язане зі школою, поповнився ще одним ім'ям – Антон Самохін. Він з дитинства мріяв присвятити своє життя військовій службі, тому тоді, у 2014-му, без зайвих вагань пішов на фронт добровольцем. А в червні того ж року загинув разом з екіпажем літака Іл-76, збитого терористами поблизу Луганського аеропорту. Проявил он себя как доброжелательный ребенок, исполнительный, очень трудолюбив. Был спортсменом нашей школы, участвовал во всех мероприятиях, которые проводились у нас в школе. Незважаючи на тягар минулого, життя продовжується. Школа оновлюється, діти ростуть, вчаться і мають свої мрії. Школа, которая для каждого ребенка становится родной с первого класса, и когда заканчиваешь, скорее всего, 11 классов, наверное, вообще не хочется уходить. Сейчас думаешь, боже, скорее бы их закончить. А потом будешь думать, господи, скорее бы вернуться.